Рубрика «Ночные откровения» по поводу того, что богатые они все, значит, нехорошие, а бедные они все такие хорошие. Вот. Ну, как насчет того, что богатые — это они могут аккуратно подсыпать яду, да, быстродействующего, безболезненного, для того, чтобы заполучить огромные деньги, в то время как нищие могут за копейку горло перерезать. Вот и в связи с этим можно и подумать, насколько можно так обобщать, да. Ну и как бы, с другой стороны, среди нищих же много людей трудолюбивых, искренних, бескорыстных. Среди нищих. Ну и среди богатых тоже есть религиозные, меценаты есть, как бы щедрые. Ну, вот такое, короче, меня посетило этой ночью откровение. Но это не откровение, это так, я как бы вспомнил просто почему-то вот эти мысли.